Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат, и снова тактика на чесском. Поехали. Так, что здесь? Слабый пункт на f2 и лишнее качество у черных. Но грозит мат в один ход на h7. Как же реализовать перевес? Ну, конечно, напрашивается ход ладья h6 с последующим ферзь h4. Да, интересный ход. Дело в том, что ферзь h4 потом будет с двойной угрозой. Пункт h2 и пункт f2 будут под ударом. g6 ход, да. В принципе, ход g6 неплохой. А на ход g6 будет ход ферзь h4 или ферзь g5. А, ну тогда ладья f2. Ну, g6 в принципе неплохо, но... Проблема в том, что ферзь e5 будет ход, да? Если сыграть ладья h6, то есть вернее g6, то ферзь e5, взяли-взяли и связка. Да, словно a1 не зря стоит. Если ладья h6, ферзь e5 тоже, взял-взял и потом ладья e6, да? Но есть ход f4. Так. Тоже трудности с реализацией перевеса. Ладья h6, ферзь e5, ферзь e5, ладья e5. Ладья e6, f4. Да, не то. Что еще нужно придумать? g6, ладья e5, то есть ферзь e5. Контратака сейчас не удается, потому что грозит мат. Или g6, или ладья h6. Ладья h6, ферзь e5. В этом варианте еще. Грозит мат на g7 при отходе ферзя. Поэтому бьем, бьем. И все-таки f4 ход есть, да? Ладья e8, f4. Ладья e6, f4. Да, непросто. g6, ферзь e5. Ферзь e5. Так, так, так. Может быть, все-таки тогда ферзь g7. То есть и g6. А, ну так там слон провисает. Да, вообще непонятно, как реализовывать. Но хотя ладья h6, слон e5. Должен быть какой-то здесь маневр. То есть, вернее, ферзь e5. А, так подождите, ладья h6, ферзь e5, ладья e6. Вот такой вот трюк. На g7 бить нельзя. И на e4 провисает. Ладья h6, ладья e6. Ну, мне так кажется. Так, ну и ладья e6 просто. Не надо бить на e5, зачем? Да, ну и забрал. Простая очень позиция, долго решал. Идем дальше. Так, это у нас что? Это у нас ловля слона, наверное, да, какая-то? Мат слоном и конем. Так, как же поймать этого слона? Можно сыграть конь g7, кстати. А, интересно. Конь g7, но правда слон уйдет на g8. Слон идет на g8. Король f6. Король f6, слон e8. Далеко убежит. Как же тогда действовать? Шах, если дать b7, то это тоже не то. Конь g7 единственный ход. Отрезает пути отступления, но слон g8. Ну, если хотя бы c4. Король f6, слон g8. Как ловить слона? Непонятно. Хотя можно пойти просто слон f5. А ну-ка. Конь g7. Так. Ну, на конь g7 можно королем отойти просто. И слон убежит на a2. Тоже не то. Таки примал. Идея основная, в который раз, это доминация. Первый ход все-таки король f6.
Король f6, дальше два хода у черных. Слон h5 и слон e8. Слон g8 сразу проигрывает ввиду вилки на e7. Это первая вилка данной позиции. На слон e8 сразу побеждает слон b7. Теперь, если сыграть слон c6, то конь e7. И мы забираем на c6. И пешка c не проходит далеко. Будет мат слоном и конем. Ну а если на слон b7 сыграть король c4, то тогда конь d6. Вторая вилка в этой позиции. И выигрывается слон на e8. Итак, на короле f6 остается ход слон h5. Тут самое интересное. В этой позиции нужно сыграть, кажется, все-таки слон b7. Тоже слон b7. И теперь у черного короля один путь, только на c4. И вот здесь мы возвращаемся королем на g5. Очень красиво. Дело в том, что ходы слоном на g4 и d1 невозможны ввиду конь e3 шах. Слон f3 хода нет, ввиду слон b7 бьет f3. Слон e2 при вот таком расположении фигур, это у нас слон h6. Тоже такой сквозной шах, выигрывается слон. Итак, остается ход слон e8. Но ход слон e8 или слон f7, два вот этих хода, да, тоже возможен ход слон f7, натыкается на конь d6. Очень такая красивая доминация, скорее всего, окончание этюда или фактически самостоятельный этюд. Первый ход король f6. Так, теперь даем шах и возвращаемся. Ну и такой шаг. Забрал и выиграл. Да, красивая позиция. Если посидеть, подумать, то решить можно. Правда, видите, всего один пункт рейтинга добавили. Так, еще одна позиция на тему эндшпиля. Ну что, конь против трех пешек. Как же здесь делать ничью? Конь против трех пешек. Ну, напрашиваются ходы конь h2. Король d2. Вот такие два хода напрашиваются. Ну что, конь h2, король e2, да? И все, приехали. Пешка проходит с шахом. И вариантов никаких нет. Поэтому напрашивается дальше второй ход, да? Король d2. Король d2, g3, взяли, король d3 и прекрасно. Но замечаем ход король f2. Что дальше? На ход король f2. Ну, других вариантов нет. Там король e4, это просто конь g3, и потом конь крутится возле поля g3. Но поэтому король f2. Что на король f2? Явно конь h2. g3. Конь g4. Это все форсировано. Что дальше? Если король f1, то грозит у нас уже g2. Король f1 грозит g2. Кстати, король f1 ход не единственный, но... нужно его проверить в первую очередь. Хорошо, бьем на d3, g2. Ну и пешка, видимо, проходит, да? Наверное, не король d2. Дело в том, что на король d2, король f2. Дальше конь h2, g3, конь g4, король f1. Шахов нет, пешка g идет вперед. На король d3 идет g2. Единственный шах конь h2, король f2. Конь g4, король g3. Все, приплыли. Значит, мы исключаем ход король d2. Остается хоть конь d2. Остается ход конь d2. Или король d1, кстати. Ну, король d1 вряд ли так по виду. Поэтому конь d2. Дальше. Король e2. Тогда конь e4. Король f3, конь d2 снова. Если король e3, то конь g3, король f3. И конь... Например, куда же конь отходит? Если конь f1, то тогда король f2. Пешка проскакивает вперед. Король f2, конь d2, g3, шах, отошел, забрал. Да, но тут тоже ничья, да? Конь d2, g3, то есть, вернее, король e2, конь e4, король e3,
Конь g3, король f3. Дальше. Конь f1 или конь f5. Конь f1. Получается тоже. Примерно то же самое. Правда, при короле на f4. Если он играет просто g3, то я беру. Если король f3. Если король f3, то тоже. Значит, теперь получается ситуация. Конь d2. Все-таки ходить нужно. Пробуем конь d2. Неправильно. А как же тогда правильно? Король d2, да? Тоже неправильно. Что, король d1? Да, все-таки король d1, который я не проверил. Да. Конь d2 теперь. Теперь вилка. Забрал. И все-таки король d2, да? Так, а что же здесь было на ход... На ход конь d2? Это интересно. Итак, вот эта позиция в чесбейс, очень интересное окончание, не досчитал я, видите, король d1, единственный ход, который я не досчитал, почему-то мне показалось, что конь d2 лучше, но на самом деле, король d2 это тот вариант, который я видел, король f2, дальше g3, король f1, взяли, и здесь король выходит вперед, атакует коня и выиграно. Ну а конь d2, интересно, провергался. Король e2, конь e4, кажется, что уже черные не могут вперед двинуть пешку, но пешка g не идет, идет вторая пешка. d2, это отвлечение, и g3, видите, простое очень опровержение. Ну а на король d1, вот то, что мы видели, конь d2 и прогресса достичь не удается черным. На g3 следует вилка, взятие, и тут позиция ничейная. Вот такие вот тактические упражнения. Так, идем дальше. Для запоминания. Король d1. Дальше сюда. Шах. Забрал. Так, ну эту позицию я решал вчера. Тут первый ход ферзь c1. Видите, тут, конечно, минус этого сайта в том, что часто попадаются позиции, которые уже были раньше решены. Так, теперь какой же ход тут? Ферзь c3, по-моему, да? Ферзь c3. На ход король. Так, ферзь c3 или какой-то другой, подождите. Я уже подзабыл тут. Честно говоря, ферзь c3. Ферзь b2. Ферзь c3, да? Ферзь d2. Подождите, ферзь c3. А, ну да, ферзь c3 на d4 тут был шах. А теперь ферзь d2 и ферзь h2. Да. Да, решено верно. И последняя позиция. А, и эту тоже я решал. Эту тоже я решал, правда, тоже подзабыл, как я ее решал. Так, что же здесь? Какие-то шахи, я помню. Шахи, шахи, шахи. Шахин шахи. Подождите, шах на g1, шах на h1, дальше шах на h5 или шах на f4 сначала. На f4 блокируем. Да, уже подзабыл тоже. Так, что же здесь? Шах на g1, шах на h1, дальше h5. Или может не h5. Ферзь g1, ферзь h1. Ладья f4, может быть, здесь пешка побила. Шах пешкой. Ну, на f5 выходим.
Да, забыл уже основательно, как я решал эту позицию. Но первые ходы, по-моему, правильные. Ферзь g1, ферзь h1 и дальше h5. А что далее? Что же далее? Уже точно не помню. Ферзь g1, король h3, ферзь h1, король g4. Так, ладья f4. Ладья f4. Gf. Перекрытие. Где-то g6 надо сыграть. Шах. Шах. g6 просто, да? А, точно, да, g6. По-моему, тут g6 и просто ферзь h5. Да. Ну и мат. Видите, потерял очень много времени, хотя решал эту позицию. Ну, вот такие результаты сегодня. Конечно, интересное вот это коневое окончание. Да. Все, спасибо за внимание. До свидания.